Сегодня с нами в студии Дима Чижик. Это парапланерист, дельтапланерист, альпинист, бейсер и еще бог знает кто. Недавно мы с Андреем Громовым ездили снимать их путешествие на Кавказ. Расскажи, почему онанизм — это спорт? Почему так произошло? Да круто, что если он... Ну, как бы Паша и сказал, не вижу причин, почему бы не прыгать. Что тут? Еще более свободнее себя чувствуешь.